have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Так, мы немножечко вооружились. Я все-таки взял с собой револьвер, взял шотик, взял маленькую аптечку, чуть патронов и к тому, и к другому. У нас остается два свободных места, но я уверен, что мы сейчас потратим выстрел из дробаша, и нам это освободит одно свободное место. Возможно, мы потратим шокер, освободит второе свободное место. Ну что, у нас пойдет фонарик на плечо. Значит, в планах. Нам нужно зайти в эту лутальню, там, где фиброволокно вот это вот растянуто. Для этого нам точно нужен фонарик. И, короче, я пока что не уверен, что нам было бы лучше. Зачистить обе комнаты, чтобы потратить патроны. Мне кажется, потом тогда другие будут вставать. Давайте мы сейчас вот эту комнату зачистим. Выжигающие патроны я пока еще с собой не брал, потому что их 4 штуки. Тут такое, потому что, во-первых, возможно, стоило бы тут поджечь некоторых, чтобы когда мы будем возвращаться. Я не знаю, если мы будем возвращаться, если мы будем возвращаться этой дорогой. Вот. Ну, в общем, давайте мы протестим вот эту хрень. Сказано, что она чрезвычайно мощная. Шокер я взял чисто ради чувака со щитом. Хренак! А свалить, блин, можно? Что происходит? Я там застрял, короче, что за фигня? Да, с одной стороны, вторая смерть, с другой стороны, не считается. Блин, я же не сохранился, да, после того, как я... Ой, сейчас, подождите, я оружку-то перекину заново. Возможно, стоит все-таки взять шотик. Револьвер, конечно, крутая штука, но шотик вот там бы всю эту толпу загасил бы на месте, и было бы лучше. Поэтому, наверное, все-таки нужно взять шотик, подождать, чтобы они меня заметили, хренануть в них, возможно, 2 раза или 3, а чувака со щитом, если он останется стоять, фигануть шокером. Я... Сорян, чуть не сдох. Я не знаю, почему я застрял. Что за фигня с текстурами? Неприятное место. Буду с вами честен. Но, типа... Беги. Они встали. Так, это использовать. Хорошо. Шотик и этот мы использовали. Немножко не так, как мне хотелось. Сколько мы патронов потратили? Мы потратили, у нас было 5 заряжено, 6 патронов было. Мы 4 патрона потратили и шокер мы потратили. Причем то, что они все лежат на входе, это не очень приятно, но с другой стороны... Это не самый худший исход. Там у нас будет... В той комнате у нас будет еще 2 таких придурка и майна. У меня нету шокера, это немножечко печально. Так, желтое положение здоровья, это тоже не самое лучшее, что может быть. Но мы сейчас идем вот сюда. Посмотрим, что нас тут ждет.
Так, во-первых, хилка нас тут ждет. Пока что я ничего использовать и применять не буду. Меня немножечко настораживает сейчас то, как мы нашли... О, шокер, что ли, нет? Нет, просто надпись. А что? А, это фонарик. Меня немножечко настораживает, как мы нашли патроны в прошлый раз, заныканные за текстурой, и... Ёпперсоте. В смысле... Ах ты что... Их, в принципе, с собой носить больше нельзя. А, это патрон для пистолета. Фу ты, блин, чё я... Почему я туплю? Эй, не плачь. Скоро все закончится. Помнишь, как мы выходили на поверхность? Звезды были такие красивые. Хотелось бы мне туда вернуться. Эй, послушай, я раскрою тебе одну тайну. Я помню свое имя. То, которое я носила в прежней жизни. Разве не забавно? И хочу знать его тоже. Давай скажу. И это будет наша общая тайна. Не можешь перестать плакать, да? Все будет хорошо. Куда бы я ни пошла, я буду ждать тебя там. Ну я ж посветил туда, блин. Блин, уже красные. Большое количество здоровья. То, что она мигает, это значит, что она лечит меня сейчас? Давай взять. Я не знаю, не помню, сколько здесь патронов. Патроны. Не сказано сколько, а больше я не могу взять, чем один стак. Очень жаль, там было похоже на секретку. И я туда ломанулся, потому что я реально полагал, что там секретка. Ну, блин, прикасаться к этим штукам просто нельзя. Я сейчас очень много потратил здоровья просто так, потому что любопытство. Надо будет сюда вернуться за теми потрошками. Я сейчас попробую расстрелять вот этих тут чуваков. Я не знаю, как насчет майны, стоит ли мне вообще с ней связываться. У меня шокера нет, вот это меня немножечко напрягает. И жизни мне не очень хорошо. В смысле ты не сдохла с первого выстрела? В смысле она не сдохла с первого выстрела? Ремонтный спрей использовать.
Я пошел за патронами. Да ну ёт твою... Дверь после этого блокируется, он кто же знал. Не надо меня орать. В смысле эта тварь не сдохла с первого патрона из револьвера? Не хочу ее убивать. Она мне тут ничего не сделает. Оно медленное и, ну, как бы... ну хорошо. Мне кажется, я об этом пожалею, но... План был вообще другой изначально. План был другой. Вернуться за аптечкой, вернуться за еще чем-то. Что, у меня желтый статус здоровья на один удар, по сути. Пистолетные патроны, пистолета которого с собой у меня просто нет. Я надеюсь, что будет еще какой-то сейв. Я очень надеюсь, что будет еще какой-то сейв. Ну или еще хотя бы мне дадут ящичек, пересмотреть оборудование. А еще меня напрягает такая тема, что у меня есть винтовочные патроны, но нету чертовой винтовки. Прыгнем, да, прыгаем. Скажем так, если сейчас с нами что-то случится, нам придется переигрывать. Наверное, большую часть того, что сейчас произошло, я уже оставлю за кадром, если буду перепроходить это. От первого лица. У меня фонарик работает. Интересно, это зависит от того, включал я фонарик до этого или нет? Об Риге разбивали волны туч, и двойное солнце село, и тени удалились. Поэзия, однако. По листочкам идем. Когда встает черное солнце, и странные луны кружат по небесам, но еще страннее, почему строчки зачеркнуты. Почему настолько ограничено зрение? Почему у меня экран один к одному? А, по-моему, чем дальше я иду, тем больше оно сужается, да? Песни спетые, ведь слезы непролитые высохнут и умрут. Мне кажется, чем больше я иду, тем больше у меня сужается экран. Оно зовет меня в море плоти. Мы станем одним, но мне никогда не вернуться к себе. Там явно что-то есть, но я не могу туда пройти. То есть, вы видите, да? Хорошо, пойдем в другую сторону. Жалко, я не могу не бегать ничего. А, все. Перезагрузка завершена. Ноль. Отлично. Да, я так понимаю, упала, потеряла сознание? Или что? Что произошло? Карты, конечно же, нет данных. Здрасте. Лечебный спрей. Возьму, пока что использовать не буду. Может быть, получится его потом комбинировать. Блин. Без карты, на самом деле, офигеть, как неудобно и неуютно. Мне нравилось, что... Извините, что, блин? Я же не туда шел, не в ту сторону. Ага. Это, если что, значок игры.
Это что за куб начался, если что? Это меня просто ведет обратно в эту лужу, да? Да, хорошо. Мы снизу выйдем. Нет, вроде все хорошо. Подношение. И во тьме мертвые станут жертвой. Свет и священные благовония, чтобы они нашли выход из этого проклятого места. Во тьме мертвые станут жертвой. Свет и священные благовония, чтобы они нашли выход. Свет у меня есть. И священные благовония. Это инъектор, отлично. Теперь... небольшая чаша с песком для подношений. Свет и благовоние. Трындец. Хорошо. Меня пока что больше всего напрягает, что я выхожу в другую сторону. Это, скорее всего, нам нужно... Шокер. Предметы, патроны. Большая деревянная кукла, да. А это последнее место, которое у меня... Смешно. Внимание! Это... деяние здесь ничего... здесь ничего ценного, то, что было для вас опасным или отталкивающим, послание является предупреждением об опасности, еще существует время, как и время, представитель угрозы тела, опасности, эта опасность возникает только потревожите это место, избегайте оставать его безлюдно, я понял, когда местные будут убить, здесь откроется путь. Когда местная херота будет убита, здесь откроется путь. Ну офигенно. Открывается с другой стороны. Блин, дайте сейф, пожалуйста. Там вниз можно спрыгнуть. Все это было бы намного интереснее, намного бы лучше, если бы здесь был бы сейф. Если бы я мог бы сейчас зайти в ящичек. Я бы еще карту хотел. Но я так понимаю, что это слишком большая роскошь для этого места. Закрыто. В принципе, у меня пока что более-менее в голове. Дверь закрыта на большой навесной замок, покрытый ржавчиной. Чтобы открыть, нужен ключ. Мне кажется, ключ не поможет открыть, если там ржавчина. Сейф, спасибо. Уходи. А, стоп. Я, кажется, понимаю, что это и откуда это. Ну-ка. Я это сфоткаю сейчас. Ага. Ага, у нас теперь такие замки стали появляться. Стоп, у нас там треугольник, снежинка, а как эти назывались, которые... Весы, башни, древо, луна, солнце. Башня.
Уж не башня ли и солнце это, эти замки? Из тех кодов сейфов, которые мы находили, ведь мы-то нашли только два сейфа, по сути. Так. У меня есть... У меня медицины другой нету. Это печально. Хорошо. Мы берем себе... Так, во-первых, убираем автоинъектор, наверное. Убираем револьвер. И патроны к нему. Большая деревянная кукла. Это я ставлю. Патроны... Убираем, наверное, шотик. Блин, это все опасно, на самом деле. Столько понаубирать всего. Фонарик. Блин, фонарик рисково убирать. Давай я пистолет положу. Сколько у меня на него патронов? Там. 14 патронов на пистолете. Это использовать. Шокер. Взять. Фонарик пока что Хочу ли я его таскать с собой? Да, потаскаю с собой его на всякий случай, потому что здесь уже такая жопа, что хрен разберешься. Опасно, наверное, уходить чисто с пистолетом. Но пока что так. 14 патронов. Мне бы найти патроны на дробаш тогда, получается. Я был бы в шоколаде. Потому что пистолет у нас на данный момент самое низшее звено оружия. Но раз на него накинули патрошек... Значит, вот эта вот комната... Ух ты ж, какого х... Чего, блин? Спасибо, блин, ремонтный патч. Я как раз использовал... Так, это у нас открывается с другой стороны. Супер. Чё за нахрен? Патроны нитроэксперт, да. Два патрона на винтовку, которой у нас, к сожалению, до сих пор нету. Под стеклянным колпаком лежит странное устройство. К нему подключен микрофон. Ага. Мне нужно на какую-то определенную частоту настроиться, чтобы оно мне открылось. Хорошо, я понял. Даже в самых темных глубинах песни космоса слышно. Даже в самых темных глубинах песни космоса слышны в эфире звуки звезд. Это похоже на ноты, кстати, если что. А ты кто? Кольцо. Обручальное, да, взять. Просто, чтобы оно пока уши не убивало. Так. Смотреть. Там что-то написано. Пока смерть не разлучит нас. Пока что это все максимально странно. Да.
да, открывается с другой стороны, точно. Замок заперт. Чё за... Ладно. Здесь тоже открывается как-то с другой стороны, да? Или... А, ключ, там большой ржавый замок. Я думаю, я положу кольцо и игрушку, хотя... Я просто без понятия, где они понадобятся. Патроны вот эти вот нитро тоже положу. Патч сложу, потому что он мне много не вылечит. А это... А, давайте... Я даже не знаю. Пока что ничего с собой брать не буду. Нет, то, что я нашел эту фигню, я сохранюсь. А я что-то, по-моему, у нас не особо дальше, куда можно. Нам нужно поразгадывать немножко загадки. Ну, если есть сейчас что-то доступное. А сюда же я, ну... Что? Ну, я сохранился. В пульсирующей плоти зияет отверстие. Спуститься вниз, конечно, с одним пистолетом, ну, запросто. Загружаемся. В меню. Ну, это бесполезно. Это прям бесполезно. Продолжить. Нигде. О, оно так и пишет. Нигде. Так. Так, 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 так. Пистолет тут до задницы вообще. Нахрен его. Мне здесь нужен скотина револьвер. Патроны на него и... Да, мне нужна шашка. Мне нужна шашка, потому что если я эту штуку убью, я уверен, что я не хочу, чтобы она встала. С вами смотрели. А скипнуть я... А, тут не скипываем катсцены. Я это только сейчас узнал, просто я ни разу ни одну из них не пытался скипать. Сколько я на это патронов потратил, блин? Блин. Это та, за кем мы шли сюда, кстати, да? Три термитных шашки. Больше нельзя. Ну, так я их сложу, мне же не проблема. Пистолетные патроны.
Ружье, которое носила с собой Иза. Она стреляет какими-то необычными бронебойными пулями. Неудивительно, что из-за отдачи она потеряла сознание. А может его взять с собой? Это что, ружье, на которое у нас есть патроны? Это просто какой-то трындец. Я не уверен, что я хочу сохраняться. Я потратил столько этих патронов. Блин. У меня такой огромнейший запас этих патронов был. Я его так расхреначил сейчас. Вот нитро, вот эти вот. Нитро Экспресс. Их 6 штук. Мне прямо сейчас больно, знаете. У них было 20 с чем-то штук, и осталось 12. Два барабана в них вкинул. Я сохранюсь на следующее, блин. Ну это трындец как обидно. А, кстати. Насчет спалить, иди сюда. Нам же дали этих 3 штучки, да? Взять. Я могу его спалить? Не могу. Я бы чувствовал себя гораздо комфортнее, если бы мог бы. Ладно. Так. Пока что шокер возьму. Она не придет в себя. То есть она умерла, что ли? Ружье, которое носила с собой Иза. Я лучше не буду трогать ее вещи без разрешения. Но и тут же она не придет в себя. Ружье, которое носила с... Извините, а в чем логика? А я не могу там пройти. Как меня это заколупало. В меню, конечно. А чем мне эту фигню бить? Из шотика, что ли? Идите вы. У меня на шотике патронов 2 штуки, блин. Кстати. Интересно, оно догорит или нет? Маленький патч. Ну вот эта штука, она по идее должна была сгореть. Хорошо. На этого я на панике потратил слишком много. Прям непростительно много. Слушайте, горящие штуки достаточно прикольные, но мне их мало.
Так, хорошо. Сигнальные ракеты, да. Мне их мало, но они у меня есть. Спрей. Умеренно, мгновенно использовать. Дверь открыта. Куда мы выходим? Отлично. Так, обратно. Больше ничего такого нету. Я так полагаю, что если вот эта херня сгорела, давайте проверим кое-что. А, у меня нету огонька сейчас. Если эта херня сгорела, то ее уже сжигать не надо. Правильно или неправильно? В этом же прикол этих боеприпасов. Так. Давайте чисто протестируем. Я хочу понять, прав я или не прав. Да, хорошо. То есть, если ты в него кидаешь горелкой, во-первых, что он изначально после этого уже не хочет с тобой разговаривать, во-вторых, так, патч я положу. Нет, шокер. Шокер надо выложить. У меня 4 таких ракеты есть. Хорошо. Отдай мне ружье, пожалуйста. Блин. А, тут у нас еще один кодовый этот, ясно. Нужно будет посидеть, покопаться с этими кодами, понять, что это такое. Еще один шокер, да, заберу, мне их как раз 2 тогда будет. Кольцо регента? Кольцо вырезано из черного мрамора, на внутренней поверхности кольца выгравлены фразы, и это тоже пройдет. Это цитата из классика, да. Так, сюда можно. Здесь закрыто. Лабиринт. Видите, фонарик зря, не зря не выложил. Вот там можно, типа, там аптечка лежит, но ты к ней можешь пройти только через урон. Ключ ржавый. К ржавому замку. Я понял. Вот аптека лежит. Ну, короче... У нас как раз есть 2 патча. Мы можем превратить один из них. Если я дотронусь, я получу урон. Мне это, в принципе, не надо. Плита плоти. А это никак не связано с древним артефактом? Так, это ржавый ключ был.
Не кажется ли фонарик стал более тусклым? Нет, он в каких-то моментах более тусклый, в каких-то моментах он нормально светит. Ну, ту аптеку ее придется оставить здесь, потому что я не хочу получать урон ради аптеки. Мы наполучали кучу всяких разных артефактов. Ключей, колец, матрешек, куколок, шмуколок, всякого такого. Тут у нас проход, тут у нас зомбя лежит, но как бы хрен с ней. Комната с сейвом. Я пока сложу все. Так. Просто потому, что я, наверное, хочу сохраниться. И на этом будем заканчивать серию. А перед следующим... Так. Да, точно. Получается, наш единственный выход отсюда это... Сюда, так, фонарик выключи. Сюда, наверх, и там можно выйти, потом пройти к ржавой комнате. Знаете, давайте еще кое-что проверим. Мне вот что интересно. Вот это и вот это. Возможно ли их комбинировать? Нет. Они выглядят как два самодостаточных артефакта. К тому же они одинаковые по форме. Не значит ли это, что мне придется найти их еще там 3 или 4, или сколько их там надо будет? Так, получается, на этом этаже у нас вот комната сейва здесь с Изи. С Изой. Я лучше не буду трогать ее вещи без разрешения. Да ну, блин. Нам нужно решить вот эти вот загадки каким-то образом. Нам нужно... Ну, по крайней мере, сейчас нам есть куда идти. У нас есть, как минимум, ключ от ржавой комнаты. Куда мы можем пойти за каким-то хреном. Ладно. В общем, пока что заканчиваем эту серию внутри Супер Мидбоя. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо, что были с нами. Всем удачи и добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.